Ильичевск в очередной раз стал съемочной площадкой. Российский телеканал снимает в нашем городе новый сериал. Вот уже 4 месяца идут съемки телесериала «Кровинушка» для канала «Россия». Одесса, Ильичевск и другие города Одесской области были выбраны для проведения натурных съемок. Как рассказал исполнительный продюсер Артур Хабаров, сериал будет интересен широкому кругу зрителей. Это хорошая, добрая мелодрама о любви, о верности, о семейных ценностях, о предательстве, о дружбе. Вот. Ну, просто про теплые человеческие взаимоотношения. У нас, слава тебе Господи, нету никаких убийств, трупов, там еще чего-то. Вот. Все мирно, тихо и прекрасно. Но не без приключений. У нас снимаются Аристарх Ливанов, Галина Польских, Юрий Назаров и еще несколько специальных приглашенных звезд, которые мы пока держим в секрете. По мнению Артура Хабарова, Ильичевск очень подходит для проведения съемок. Все прекрасно, хорошо, чудесно. Прям такой киногород. Город создан для того, чтобы здесь снимать кино. Пробок нет, машин не очень много. Большое спасибо всем людям, которые нам помогали, помогают искренне. В частности, есть жители Ильичевска, которые нам очень хорошо помогли. Зрителю нужны красивые картинки, хорошие лица. В Одессе и Ильичевске мы это нашли, то, что нам нужно. Это здорово. Съемки сериала будут продолжаться еще почти год. За это время съемочная группа еще несколько раз будет работать в Ильичевске. Отснятый материал уже монтируется, так что первые серии нового сериала зрители увидят уже через несколько месяцев.